В нынешнем году участников традиционного международного форума ожидало немало интересного. Гостей встречала богатая выставка источников, выпущенных в разные годы на Брещине, начиная с первых дней существования брестской типографии и заканчивая настоящим временем. Большой упор при подготовке мероприятия был сделан на исторически значимые даты. 500-летие Николая Радивилла Черного, 350-летие Монетного двора и 75-летие Брестской областной библиотеки. Знаковые годовщины нашли отражение в научной конференции. Немаловажную роль сыграл и нынешний статус областного центра, статус культурной столица Беларуси. Вполне объяснимо, что количество гостей ежегодного форума заметно прибавилось. Представительство очень высокое. Впервые у нас участвуют представители трех академий наук. Это Институт истории Академии наук Беларуси, это Институт славяноведения Академии наук России, это Институт искусства Академии наук Польши. Кроме того, высокое представительство национальных библиотек. Национальная библиотека Беларуси, России, Национальная библиотека имени Вернадского, украинская, библиотека Академии наук Беларуси и библиотека Назарбаев университета из Алматы, из Казахстана. Изюминки, вы знаете, я считаю, что в этой конференции, вот уже в третьей конференции, изюминки есть постоянно. Есть маленькие сенсации, есть большие сенсации. Более 50 участников выступят с докладами по очерченной теме. В ходе конференции будут работать 4 секции. Впервые заявленное нумизматическое направление в центре повышенного внимания. Небольшую завесу тайны раскрыла директор Брестской областной библиотеки, рассказав о том, что подготовили белорусские и зарубежные участники форума. Очень интересная нумизматическая секция. Секция, посвященная 350-летию Брестского монетного двора, будет проходить на территории Краеведческого музея. Уникальные доклады заявлены. Нумизматы очень редко встречаются, тем более по такому поводу, как 350 лет монетному двору Брестскому. Есть уникальные карты, которые привезли нам москвичи в подарок. Но не буду выдавать всех секретов, потому что будет нечестно. Юбилей культурной столицы Беларуси, исследование истории книги Беларуси и Брещины разных периодов времени, книжная культура Брестского края. Все эти направления представлены на научной конференции. Организаторы форума убеждены, в преддверии юбилея белорусского книгопечатания роль международной встречи будет весьма велика. Кожный раз представники нашей библиотеки и я особисто стараемся наведать Брест, присутничать на этой конференции, по махчимости допомогчи, коли есть такая необходимость, альбо, может быть, от этого корысть у плане организации мероприемств. И бесспречно, что это удел вельми корыстный для нас у Национальной библиотеки, поскольку мы воспринимаем вот эту конференцию «Берестейские книгосборы» как форму профессийной коммуникации, как форму подрыхтовки кадров у сферы захования книжной спадщины, популяризации нашей книжной культуры. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.